они где-то в квартиру их и посадили. Все, сейчас я в подвал. Все, идем. Первый подъезд. В квартире. Всего человек? 8 мелкий с нами. Ух ты, 8 и мелкий? Да. Вау. Все, давайте. Вещи берем. Здравствуйте. 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 Мы за вами. Хорошо. Сумки заберем. Давайте мы поможем. Какие давайте, сумки? Давайте, дичи. Давайте. Так. Мама идет сейчас, идет. Давайте. Ложим сумки и сразу проходим, садимся. Ага. Бабулечка, вы с той стороны залезьте, там ступенечки. А можно я кошку с собой возьму? Да возьми, давай. Все, пошли. Все, пошли. Давай, 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 давай. Да не, в ту, в другую, в легковую. Тоня тут? Тоня здесь? Да. Тоня здесь, все, все здесь. Во все там. Все, едем. Веземо людей до Покровска с проводом в ночи до більш безпечного місця. Да. Сейчас. Как у вас там было? Как у нас там было? Громко. Да. Домов нету. Домов нету. Да. Ничего нету. У соседки стекла вылетели, двери сорвало, вообще вылетело. Матвей, привет. Крышу снесло. Как дела? И потолки. Страшно было в Бахмуте? Ну да, пока ехали, так тошнило. Не, а там в городе. А там в подвале не страшно. В подвале не страшно? Там вообще разрушено. Крыши нету в доме нашем. Крыши вообще нету? Ну да. Второй дом еле держится. А все время находился где? В подвале. На улицу не выходил маленький, вообще? Нет, маленький дворик выходил, когда затишье было. Часто стреляли? Ну да, даже подвал иногда сыпался, это кирпичи. Когда так рядом прилетало. Кого везешь с собой? Соньку с котятами.